Новые возможности для бизнеса на территории Чувашии. О преимуществах цифровых сервисов в нашем сюжете. Автоматизация всех сфер бизнеса, финансовых показателей, маркетинговых решений и построение продаж. Цифровые помощники, на которых можно переложить часть рабочих задач, стали своего рода трендом. Так, сервис «Виртуальная АТС» помогает снять нагрузку с менеджеров компании. Телефония нового поколения позволяет самостоятельно составить сценарий распределения вызовов, настроить голосовое меню, переадресацию и голосовую почту. Столкнулись в свое время с такой проблемой, что звонки, поступающие на стационарные номера сотрудников, просто пропадали ввиду того, что сотрудники в тот или иной момент не могли ответить на звонок. При организации виртуальной АТС данная проблема исчерпала сама себя ввиду того, что ведется статистика звонков и, соответственно, любой неотвеченный звонок, он отражается в личном кабинете, и менеджер может перезвонить в любое время, и таким образом мы не теряли потенциальных клиентов. Функционал понятен и прост в использовании. Управлять сервисом можно с помощью ноутбука, планшета, смартфона. Главное, чтобы девайс был подключен к интернету. Для удобства работы сервис интегрируется с системами CRM. Это клиентская база, плюс все планировщик задач, плюс заведенные туда все коммуникации, какие только возможно завести. И история этого взаимодействия, хранящаяся в соответствии с привязкой к клиентам, сделкам и так далее. Вот. У нас, например, мы работаем так. То есть у нас завязаны все, вот опять же, как я сказал, возможные коммуникации. То есть это и электронная почта, это мессенджеры и телефония, безусловно. Но если телефония, то тут надо понимать, что это виртуальный АТС все-таки, а не обычный аналоговый там телефон. Вот. Соответственно, у нас все звонки пишутся. С правильными технологиями управлять бизнесом проще. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.